певица Анна Седокова наконец-то развелась. Это был третий брак в жизни эпатажной артистки, который также потерпел крах. Анна Седокова, известная певица и многодетная мать, сообщила о разводе с баскетболистом Янисом Тимой. Это событие не осталось незамеченным общественностью, и поклонники с нетерпением ожидают перемен в ее жизни. Говорят, женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне, и внешние, и внутренние. Да, они есть. Помимо голоса, со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни. Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело, мое дело. А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне. Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный. Все будет хорошо. Ваша Аня, поделилась своими мыслями Анна. Эта новость свидетельствует о новом этапе в жизни Анны Седоковой. Тем не менее, певица призывает к уважению личного пространства и самостоятельности каждого человека. Поклонники и подписчики гадают, кто же будет следующий.